Если вы когда-нибудь зимой захотите поехать по трассе Москва-Тюмень, ни в коем случае не заезжайте в бар у Семена. Об этом наша зимняя песня. День добрый, я поесть. Я рада, можешь сесть. Подайте мне меню. Не видишь, я курю. Я просто съесть гуляш хотел. Ну так принес бы и поел. Да что за обращение? Так фишка заведения. И почему хамит мне персонал? Я сейчас объясню человеку. Бар Семена, он один на все шоссе. Бар Семена, конкурентов нет вообще. Сейчас скандал вам закачу. Я видеть главное. Я подойду. Здорово, я администратор, чё хотел? Мне не несут гуляш. Держите, это ваш. Он в нем лицом лежал. Он так разогревал. Но тут же таракан. Он по рецепту там. Да что ж за бар у вас такой? Не нравится, вали другой. Я возмущен, увольте прочь ее. Не могу. Ведь она дочь Семена. Ее нельзя мне увольнять. Дочь Семена. К тому же я Семена зять. А этот фирменный гуляш готовила Семена мать. Ну и семейка. Я сейчас полицию вызову, посмотрим, как вы запоете. Давай, давай. Алло. Желаю здравия, кто вызвал меня? И я. С вас штраф 500 рублей. За что? Я крестный их детей. Он угрожает всем подряд. Сейчас я вызову наряд. Я жалобу на вас подам. Вас затаскают по судам. Ха-х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 а. Что смешного я сказал? Брат Семена. Это главный прокурор. Сын Семена. Семена депутат и мэром стал недавно с вами. А еще кум Семена занимает пост судьи. Дед Семена сам начальник ГАИ. В общем, суть тебе ясна. Ты не доедешь даже до суда. Дурдом какой-то. Я ухожу. Да кто же этот ваш Семен и почему он так силен? Кто же, кто же, кто же, кто же? Да-да, мне тоже интересно, кто он? И где мой гуляш? Бар Семена! Моделью родной страны Бар Семена. В городах и селах, и где ты ни был, от Владивостока до Калининграда, ты найдешь его. Ты найдешь его. Бар Семена.